Основным отличием этих панелей, вот скажем, тех, которые производятся на данный момент, опять-таки будет являться довольно-таки специфичный особый корпус, то есть это металл, крепкий, легкий, тонкий и большой выбор аксессуаров, которые вы можете как интегрировать с этой панелью, так и, собственно, отсоединять. И в новой линейке отличием существенным, серьезным по отношению к другим будет тот момент, что у этой панели будет 6 светодиодов. Собственно, в этой панели будут интегрированы кластеры, состоящие из красного, RGB White, Amber, Lime. То есть будет итого 6 светодиодов, которые будут воспроизводить полноту гаммы, полноту спектра. Третьим отличием будет являться то, что эта панель будет производиться в нескольких размерах. То есть будет на данный момент в производстве запущен маленький размер, будет называться Mini-Mix. Запущена средняя панель, которая будет называться SL1. И в следующем году, в начале, мы ожидаем появления самой большой панели, которая будет 700 Вт. Она будет называться Maxi-Mix. Одним интересным элементом, который будет сопровождать эти панели, является приложение MyMix. Это бесплатное приложение, которое будет позволять управлять по Bluetooth и по Wi-Fi как одной панелью, так и комплексами. То есть формировать блоки, формировать свой собственный подход к управлению панелями. И, соответственно, через свой телефон, скачав бесплатное приложение, вы получаете полный доступ ко всему функционалу панели или набора панелей. Соответственно, вы можете управлять как интенсивностью потока, можете выбирать из картотеки цвета, вы можете создавать свои собственные цвета. Все это делать с помощью своего телефона. Еще интересным моментом будет являться то, что если вам надо попасть в какой-то определенный цвет, находясь на площадке или на какой-то локации, вы можете с помощью своего телефона, сделав фотографию, с помощью пальца, своего собственного пальца, выбрать на этой фотографии цвет. Соответственно, он тут же будет передан по Bluetooth на вашу панель.